Всем привет, это новый ведущий нового канала Global Drive Team. Да, у нас новый канал на YouTube будет и новое движение. Мы сегодня на гонке героев, 33 градуса жары, 13 участников. И я думаю, что мы сегодня покажем жаркую гонку. Гонка героев – это полоса с препятствиями, которая проверяет на дух, силу и сплоченность команду. И мы сегодня от компании Global Drive участвуем в этом замечательном мероприятии. Как видите, команда уже готовится, наш инструктор работает, ребята разминаются. И сегодня, я думаю, что нас ждет классный день. Я на гонке героев, первый раз участвую, страшно. Но мы справимся, у нас есть хороший тренер, сильная команда, мы уверены в настрое, у нас все получится и мы победим. Сейчас узнаем у Тахмина, как настрой перед гонкой. Тахмин, вообще как эмоции? Прошла только что разминка, а как настрой? Шикарно, я уже устала. Не, на самом деле я прям с таким энтузиазмом сюда шла и очень надеюсь, что мы совсем справимся и не подведем. Саш, скажи, пожалуйста, как настрой перед гонкой? Разминка прошла, что можешь сказать? Ну, что могу сказать, разминка прошла. Так, Артур, как настрой? Разминка прошла? Разминка прошла шикарно. Погодка сегодня прям для бега. Плюс 46, то, что надо прям. Сказали, пить нам не дадут, поэтому либо умрем. Поедим, да, зато поедим, либо умрем, либо придем к финишу. А мы по-любому придем к финишу! Так, Александр Каштелян, Саш, ну, сегодня очень жарко. Как настрой? Что думаешь по гонке и вообще, какое, ты думаешь, время будет? Вот на какой ты ориентируешься? Смотри, давай сначала. Во-первых, да, сегодня очень круто, но там много воды, это не страшно. Мы будем мокренькие, поэтому мы пройдем дистанцию вообще отлично. Думаю, время будет, вот чемпионы были 50, у нас где-то 48 будет, потому что у нас очень сильная команда. Мы никогда еще ни разу не проигрывали, так что у нас будет все в силе. Я понял. Ну, я вижу, что ты настроен. Бутсы у тебя футбольные, а это значит, что ты еще, может быть, пару голов забьешь. Да. Обязательно. Считанные секунды остаются до старта. Ребята заряжены. Мы их поддерживаем. И я думаю, что, ребят, все получится.
Ну что, наша команда пришла к финишу. Ребята, это было очень круто. Спасибо всем. Я знаю, потому что я чувствовал вас. Спасибо всем за участие, ребят. Вы вообще молодцы. Да ладно, давай. Что ж там сухой не был? Да пойдемте окунемся. Вот так, ребят. Вот так ГД проходит, да. Гонка прошла хорошо, мы все молодцы. Мы все добежали до финиша. Что очень круто, кстати. И бежали... Мы прошли все испытания. Да, абсолютно все. А это разве не разминка была? А еще, мы даже обогнали команду. Да, мы же обогнали? Девчонок, да! Мы обогнали три команды, которые стартовали раньше нас. Да. Было очень грязно, но очень весело. А теперь очень вкусно.